Бронзовые скульптуры, предметы искусства из латуни, слоновой кости, дерева и кораллов. Германия вернет Нигерии более 1000 культурных объектов, которые были похищены в конце 19 века в ходе британской колонизации Бенинского царства, существовавшего в низовьях реки Нигер. Затем многие ценности ушли с молотка и стали экспонатами музеев Штутгарта, Берлина, Кёльна и Гамбурга. Мы согласны с тем, что это необходимый и важный шаг. Он призван положить начало новой культуре сотрудничества с нашими африканскими партнерами. Мы всего лишь возвращаем незаконно приобретенные ценности в колониальную эпоху. В настоящее время в Германии хранится вторая по значимости коллекция бенинского искусства после Соединенного Королевства. Межправительственное соглашение подписали министры иностранных дел и культуры двух стран. Первыми на родину вернутся фрагмент барельефа с изображением трех воинов, а также бронзовый бюст короля. Возвращение похищенных предметов искусства – глобальный тренд. В нем также принимают участие музеи Франции, Великобритании, США и других стран.